Всем привет! Новое видео на канале Gadget Money, и сегодня мы распакуем очередную посылочку из Китая. Я очень долго ее ждал, скажем так. Давайте уже посмотрим. Мы начинаем. Поехали! Что ж, не буду скрывать своего удовольствия, потому что здесь у нас находятся нужные для меня вещи. Я надеюсь, все доехало благополучно, потому что здесь бьющиеся предметы. Итак, краткая предыстория. У меня есть, соответственно, iPhone. На нем разбито стекло. И здесь, я надеюсь, исправные, хорошие стеклышки из Китая. Не просто стекло, точнее, разбито, а экран, тачскрин экрана. Вообще, до этого я обращался к своим знакомым, которые занимаются, соответственно, ремонтом всего этого. Но первый раз вообще в своей жизни я решил отважиться на такой шаг и самостоятельно все это сделать. Я считаю, что надо это записать на видео для того, чтобы рассказать вам, может быть, есть какие-то нюансы, чтобы вы знали заранее об этих нюансах. Итак, что касается посылки. Посылка шла в течение 18 дней из Китая. Достаточно хороший промежуток времени, достаточно быстро. Вот в таком вот боксе все приехало. Здесь у нас пена. Так, у нас присутствует одно защитное стеклышко. Оно, слава богу, живое. Дальше у нас присутствуют вот такие вот наклеечки. Собственно, сам дисплей, второй дисплей, и больше ничего нету. Дисплея 2, а стеклышко 1. Записываю опять же видео для того, чтобы убедиться, что все хорошо, что стекла приехали, точнее дисплеи приехали в черном цвете. Ссылочки на товар будут в описании под этим видео. Уже сейчас я вижу, что все достаточно хорошо и добротно собрано. Рамка присутствует, то есть в комплекте вы переставляете только переднюю камеру и кнопку Home. Присутствует у нас вот такой вот защитный, опять же, защитная пленочка. Ее рекомендуется снимать перед установкой. Здесь у нас транспортировочная пленка тоже вроде как присутствует. Да, присутствует, хлястик вот здесь вот есть. Итак, первый дисплей в отличном состоянии, главное, чтобы он работал. Сейчас я физически этого не смогу проверить в этом видео, будет отдельное видео. И здесь все то же самое, они абсолютно одинаковые. Единственный нюансик — это вот этот вот, но это должно быть так. Все нормально, шлейфа нигде не порезаны, не согнуты в неправильном положении. В общем, вот такие вот два дисплейного модуля в сборе из Китая за 18 дней. Ссылочки на товар будут в описании под этим видео. Друзья, я вам рекомендую сначала ознакомиться с процессом установки дисплейных модулей на ваш смартфон. Если же у вас iPhone, то я считаю, что достаточно легкая процедура, которую может совершить, в принципе, каждый желающий заменить себе дисплей сломанный. У меня же на айфоне вот так вот сломался, поломался вот такой вот, такая вот трещинка. Друзья, большое спасибо. Обязательно комментируйте, напишите, как часто вы ломаете свои телефоны. Пользуетесь ли вы сервисными услугами в вашем городе, либо самостоятельно меняете такие вот запасные части. Всем большое спасибо. Ссылки на товар и социальные сети будут в описании к этому видео. Обязательно пользуйтесь нашим купонным сайтом gadgetmania.ru для того, чтобы экономить на покупках в интернете. Всего доброго. Пока-пока.